Далее мы вяжем боковую часть. Боковая часть вяжется без добавления, то есть нам нужно будет просто покрыть вот это вот место, все обвязать его до нижней вот этой части, до крышечки. То есть я нигде уже ничего не добавляю, просто вяжу столбики по кругу. Так, вот я дохожу до места добавления и просто провязываю его без добавления. Вот я обвязала где-то половину примерно. Одеваем на баночку. Получается вот такая вот форма. Так, вот я обвязала боковую часть. У меня получилось 12 рядов. И сейчас мы будем петельки убавлять. Так, нужно найти последнее добавление. То есть вот оно у меня. Вот последнее добавление. И найти предыдущий ряд. То есть вот здесь я закончила, и вот отсюда мы будем убавлять. Нахожу, ну это не принципиально, но я стараюсь сделать в одном месте. Нахожу вот эти два столбика, то есть вот идет полоса, и вот я их просто уже провязала, их нужно распустить. Вот их нужно связать вместе. Уже как бы банку мы не вынимаем, а вяжем прямо с ней. Так, первый столбик, второй столбик и провязываем вместе. Так, дальше я вяжу до следующей пары. То есть мне нужно найти... Так, сейчас. Вот у меня предыдущее добавление. Вот эти два столбика, соответственно, вот эти я провязываю просто, а вот эти два я вяжу вместе. Там получается 4, по-моему, столбика. Так. То есть напротив каждого добавления мы делаем убавление. Вот, да, вот эти два столбика. Вот. Вот у меня галочка последняя. И вот эти два столбика я провязываю вместе. Так получается. Так, ну а дальше все это мы повторяем. То есть вот сейчас я сделала убавление. Дальше у меня убавление будет вот здесь. Вот у меня галочка. Значит, вот эти два столбика. Затем вот эти два. Ну и так далее. Здесь всего 6. То есть вы 6 раз сделаете убавление на первом ряду. И затем будете в эти же столбики делать убавление на всех последующих. Так, вот я сделала последнее убавление, то есть вот у меня 6. 1, 2, 3, 4, 5 и вот это 6. А дальше я уже буду повторять. То есть сейчас я должна связать вот эти оставшиеся столбики, которые мы не убавляем. Так. Вот, довязываем. И вот где у меня сделано убавление, сюда и сюда я провязываю два столбика вместе. Как раз над этим убавленным столбиком. Вот, чтобы они друг на другом стояли. Вот так должно быть. Дальше то же самое. Опять довязала вот до этого места, где убавление сделано у меня. И вот сюда провязываю два столбика вместе. А следующие вяжу как обычно. Итак, мы вяжем по кругу и делаем убавление. У нас круг будет сужаться. Так, вот смотрите, я связала. У меня уже между столбиками остается... То есть вот убавление, вот убавление. Два столбика всего. Вот у меня круг сужается. В этих 6 направлениях, как изначально мы добавляли петельки. То есть осталось немного связать. Так, вот здесь у меня осталось буквально там 2 ряда. И теперь я буду убавлять на каждом. То есть вот каждый, вернее, 2
столбика провязываю в один. Так, секундочку. Еще разок. Вот. Теперь у меня опять столбик, где у меня убавленный. Соответственно, здесь я то же самое делаю. То есть я уже между ними никакие столбики не провязываю. Вот, нужно довязать, когда будет 6 столбиков. А теперь мы будем собирать все вот эти оставшиеся 6 столбиков в один с помощью 2 крючков. Я это делаю. 1, 2. Так, ну тут уже не возьмешь. Вот так его закрепляем. Берем другой крючок. Ну, у меня просто маленький вот здесь под рукой. Лучше взять побольше, конечно. Так, вот этот столбик. Так, вот этот. И вот этот последний. Так, последний не хочет. Сейчас, секундочку. Где-то зацепилась я. Так, вот. И теперь мы провязываем вот эти вот столбики одной петлей. Сначала через первый крючок, а потом через второй вот эту петельку протаскиваем. Вот. Получается вот так. Так, дальше нитку нужно обрезать. И завязать можно узелок. Где у нас тут начало? И убрать вот сюда прямо внутрь яблочко. Или просто убрать. Но я обычно все-таки узел завязываю. Провязываю его. Вот так вот. Закрепляю как бы. И затем эту нитку убираем внутрь. Чтобы она уже не мешалась. Вот так. Вот.